Это в сравнении с гостиницами в Москве, Петербурге и в Нижнем Новгороде. Судя по отзывам, казанские хостелы и отели справились с задачей. Комнаты реально хорошие, люди дружелюбные, обслуживание на высоком уровне и цены приемлемые. Nice, 4-star. Мы жили в прекрасном 4-звездочном отеле. Нам все понравилось, хороший сервис в красивом городе. Чемпионат мира подходит к кульминации, болельщики покидают гостиницы, а ательеры подводят промежуточные итоги. 2 года назад загрузка в летний период была на уровне 65%, во время Кубка Конфедерации 75%, сейчас 86%. Лето с чемпионатом и лето без чемпионата, я думаю, в среднем по городу в 1,5-2 раза выручка отелей увеличилась. Этому способствовал и рост цен. В среднем ночь в казанской гостинице сейчас стоит около 4000 рублей. Гостиничный бизнес в тренде. Еще 3 года назад в Казани было около 170 отелей и хостелов. Сегодня их 196. Большинство из 18 тысяч койко-мест заняли болельщики из-за рубежа. В обычный период где-то 20% иностранцев. А сейчас 90%? Да. Ничего себе. Все иностранцы у нас проживают. Это разные страны. Австралия, Иран, Япония. Очень много гостей. Самым прибыльным днем для ательеров должна стать ближайшая пятница. В Казани сыграют сборные Бразилии и Бельгии. Самыми такими пиковыми датами загрузки является именно 30 июня. Загрузка составила порядка 96%. Загрузка отелей, то есть свободных номеров практически не было. Ну и вот 6 июля я могу констатировать тот факт, что именно 100% – это просто отличный результат. Постояльцы оставляют отзывы, пользуются геолокацией в соцсетях и дают советы своим знакомым. Так, один из главных эффектов от чемпионата мира для ательеров – это повышение узнаваемости. Ожидание увеличения загрузки до 75% в летний период уже в следующем году. Салават Мухаммадуллин, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань.